программы «Я сама» и Юлия Меньшова. Как вы думаете, что отличает обыкновенного человека от кумира, который сводит с ума миллионы женщин? Внешность, талант, удача? Да нет, пожалуй, этим обладают многие. А кумиры? Кумирами становятся лишь единицы. Откуда тогда берется эта секретная сила? Может быть, дело в какой-нибудь романтической истории? Шерше ля фам, как говорится. Ищите женщину, ту самую единственную и неповторимую любовь. Во всяком случае, сегодня, накануне 8 марта, мы с вами имеем шанс это узнать, поскольку в нашей студии безусловный кумир Филипп Киркоров! Я хочу, во-первых, спросить, несмотря на свои наглые подтанцовки, попытки присоседиться к этой песне, я понимаю, что и эта песня, как и многие другие, посвящена, конечно, не то, что не мне, а все ей, ей, единственной и неповторимой. Да. Да. Вы уж простите меня, что я на вас внимания не обратил в этой песне. Да не про себя. Правда, это правда, и... В принципе, сейчас с годами понимаешь, что если во что-то очень верить, если что-то очень хотеть и к этому стремиться, то это обязательно случится, получится. Я очень хотел петь, я стал петь. Не из-за желания заработать миллионы, у меня вообще этого не было никогда желания. Я хотел, очень хотел нравиться. А потом... Я понял, что моя жизнь сконцентрировалась только на одной женщине, которой я всеми правдами и неправдами хотел понравиться, но до такой степени понравиться, чтобы быть с ней вместе навсегда. Вы предполагали, у вас была уже такая внутренняя дерзость думать о том, что я когда-нибудь эту женщину завоюю? Я не знаю, знаете, вот когда вот, я не знаю, Юля, было у вас такое, но вот тянет к человеку. Вот. Просто тянет. Я не знаю, дерзость это не дерзость, это желание быть рядом, желание увидеть, понимаете? Может быть, и, честно говоря, именно это отношение к ней и это чувство, может быть, и сделало меня артистом на первой стадии моего, так скажем, восхождения. Желание доказать. Как желание доказать. И быть рядом хотя бы просто как артист с артисткой. Ага. На сцене хотя бы. Поражает, Филипп, что когда вы уже даже попали в этот мир, вот эту вот стену преодолели, которая стояла между вами и Аллой, и даже стали сами певцом, тем не менее вы продолжали ее тайно обожать. И... Не тайно, об этом знали все, о том, что я ее обожаю.
Понимаете, это только вот неосведомленные так, люди, журналисты, когда случился наш брак, и могли сказать, что это рекламный трюк, и до сих пор говорят. Но те люди, те наши друзья, те наши знакомые, коллеги мои и мои друзья детства, они знают, они не удивились, что так произошло. Они удивились, что мне ответили взаимностью, да. Но они не удивились нашему браку, они радовались. Они, никто даже не подумал, что это какая-то корысть в этом заложена, какая-то расчет, просчет. Потому что они знали, что я всегда тайно, не тайно. Нет, не тайно, я знал. Они все знали, что я безумно ее люблю, я ее обожаю. Я ее поставил в своей жизни на пьедестал. Я с этого пьедестала стряхивал пылинки, обдувал и был готов на все, и на все, чтобы эту женщину завоевать и сделать ее счастливой. А правда, в связи с этим, что вам чуть ли не Ванга нагадала, что в результате Пугачева будет вашей женой? Ну, это была история далекого детства, и уже она обросла большими легендами. Я болел просто, и мои родители меня отвезли к ней, к этой бабе Ванге. Она умерла уже. И сказали, если... а я что-то болел, там свинка, шминка, я уже не помню, что там было. Ну, естественно, в полуобморочном состоянии. Баба Ванга говорит, значит, с мальчиком все в порядке, здоровый, всех переживет, значит... Здоровье отменное. Ну, естественно, мама, значит, как любую маму, и всех интересует, а что ж сыну будет, значит, говорит, баба Ванга, вот а как, что с ним будет, а кто будет жена у него? Маму же всех волнует этот вопрос, на ком женится их, значит, чадо. Значит, так, я вижу вашего сына на высокой горе. В руках у него палка металлическая, и он ей махает. Мама была в шоке от предсказания. Неплохое будущее для сына, да, такое. Значит, или, значит, горнолыжник, или, значит, метростроевец. Да. Короче, была в шоке. Представить себе в то время, что высокая гора – это музыкальный Олимп, а палка – это микрофон, нормальному человеку не придет никогда в голову. На второй вопрос, значит, кто жена? Она говорит, ну вот первая женщина, которую он увидит, когда вы приедете домой, это будет его жена. Мама говорит, что он женится на мне. А я в полуобморочном состоянии. Я в полуобморочном абсолютно. Свинка там, все, горло вот такое, шея вот такая, глаз не видно, все. Конкретная свинка. Все в порядке. Я в таком забытии, значит, ложусь. И все, значит, насторожно сосредоточились. Все думают, когда ребенок откроет глаза. Ребенок открывает глаза, видит маму. Мама в полной уже шоке абсолютно, потому что авторитет Ванги как предсказательницы просто безупречен. Он не под... Мама. Она так... Думает, куда сейчас ребенок повернет голову. Повернула направо, бабушка. Налево, дедушка. Там сзади тетя, дядя. Папа там где-то в дверях. Ну, полный шок. А в это время в Болгарии, в 75-м году, по телеку показывают «Золотой Орфей». И когда просыпается, значит... свинушный больной, то по телевизору объявляют. Выступает Алла Пугачева. Алла Пугачева, Советский Союз. А ваша жизнь, не было такого какого-то ощущения, что когда-то где-то вы наконец встретите такого человека? Может быть, не посмотрели, но, может быть, имя вам как-то нагадали, еще что-то? Я, наоборот, бегала всегда от него, потому что каждый раз меня покидало ощущение неотвратимости судьбы. Поэтому я все, что могла, я как-то делала, чтобы, не дай бог, составила встреча там лишний раз с ним. Хотя...
где-то интуитивно я чувствовала, что это просто путы какие-то. Вот, никуда не деться мне. С его появлением, то есть, где бы он ни появился, мне становилось не по себе. То есть я стеснялась этого. И самое интересное, что мне становилось интереснее. Вот он появлялся среди тусы какой-нибудь там. И что только я не делала. И потом я уходила куда-то, разговаривала с кем-то другим. Но подспудно я себе говорила, ну что ж такое творится-то? Ты же все время делаешь вид, что ты не смотришь туда. То есть ты все время ощущаешь. И имя, конечно, мне очень нравился Филипп. А его настойчивость такая и абсолютное нежелание скрывать, что он вас любит, в этом был, это же можно было оценивать даже как некоторый эпатаж такой. Ну, в принципе, умная женщина, не глупая. Типа меня, естественно, реакция была не верю, да? Да, надо сказать, что за глупость какая-то. Но меня поразило то, что я верила изначально, что это действительно так. А почему так избегали тогда? Ну, надо было видеть его тогда еще. Боже мой. Чудо в павлиньих перьях. Я не знаю, это был какой-то кошмар. Все, что можно было надеть себя чудовищно, он надевал поярче. Значит, и парики он надевал, чтобы было побольше голова. И линзы голубые на глаза, чтобы вот типа вот глаза были голубые. Хотя ему это безумно не шло. Мы с ним говорили практически на разных языках. По отношению к делу, по отношению к жизни, по отношению, ну, ко всему. Я никогда не забуду даже магазин вот в Сингапуре, где была остановка из Австралии там. То я пошла, купила сувенир какой-то на память. Этот скупил все блестящие материалы. Вот все, что было в магазине, вот он же не так много зарабатывал, но он вез эти тюки с материалами блестящими. Я никак не могу понять, зачем. Ну, я говорю, вы что, собираетесь, Филипп, шить индийские какие-то костюмы или там арабского шейха там и сядет? Что вы собираетесь, что с этими материалами? Это же жуткая пошлятина. Он говорил, да. Ну, а что же я, если простенько что-то одену, народ скажет, ну, совсем уж нечего им одеть. То есть это то, что я, например, всегда была противником этого. То есть, наоборот, потише, поскромнее куда-нибудь отойти. Это же чучело всегда было вот просто самым ярким пятном везде. Я не знаю, может быть, это действительно он делал ради меня. Но обращали на это внимание все. Потому что когда собирается компания людей нам близких, там Буйновы, Юдашкины, те, которые знают всю эту историю нашего пути друг к другу, то они вспоминают такие вещи, можно сойти с ума. Слезы наворачиваются на глаза от трогательных историй, да, от смеха, от всего. То есть у него, наверное, вот что-то он зациклился, да. Ну, например, это было в круизе. Корабль, по-моему, Тарас Шевченко назывался. Или называется. И все это время, почти 25 или 28 дней, почти месяц, мы были, что называется, окно в окно, дверь в дверь. Каждое утро начиналось с исполнением песен Пугачевой. Пока еще не Филиппом, а в оригинале. Он ставил записи ее. И за весь месяц я и так хорошо знал, в принципе, ее репертуар. Но мы знали уже наизусть из-за того, что он просто с ней пел. Это все начиналось с утра, ну, как вот завтрак, я не знаю, там часов 8. Но там что было интересно? Например, можно сказать, Филипп и фетиш. То есть, когда человек влюблен, ну, я правда не знаю, когда женщина, но когда мужик влюбленный, с ним происходят вещи такие, ну, нормальные, потому что я считаю, что мужчина вообще любит обонянием больше, чем мозгами. Запах – это то, что очень сильно запоминается в подсознании, остается с нами на всю жизнь, и можно через много лет услышать запах любимой женщины и снова одурить. Но с этим связан такой случай. Алла подарила моей Аленке такой парик интересный, из натуральных волос. В общем, Алена иногда им пользовалась.
Однажды Филипп заходит к нам в каюту и говорит: это что такое? Он говорит: это парик Пугачева подарил. Зачем он тебе нужен? Тебе же от него плохо, я вижу. Ну, вроде как смеется сам. Я же вижу, тебе плохо, свои глаза вытаскал. Он говорит: а что это мне плохо? Мне нормально, мне парик нравится, хорошо мне в нем. И вдруг она стала чихать. Причем чихать не два, не три, не семь. Сколько там? 37. В общем, зачихался, он говорит: ну вот видишь, у тебя на него аллергия. Я же тебе говорю, давай я его выброшу. Ну, ничтоже сумняшися моя, Алена говорит: давай выбросим. Он говорит: точно я сейчас выброшу, вот подойду, вот самое, из корабля кину в море и все, и мы, так сказать, до свидания. Забрал парик, ушел, за ним уже никто не следит. Через неделю кто-то из ребят, по-моему, с нами тот забыл, кто-то из ребят говорит: странно, у Фили какой-то парик висит в каюте, я видел. И непонятно чей, откуда он его взял. Просто это был запах, это была Пугачева, это был ее подарок. Ну, посмеялись над этим. И все. Но я думаю, может быть, он ночами надевал его. Это было так давно. Тогда еще даже это подарило. Просто это было. То есть вы собирали по крохам все, что имело отношение... Это фетишизм, это все, что угодно. Можно назвать как угодно, но действительно... Надо было убедить, что... Смотри, смотри, ты от него чихаешь, давай сюда обратно. Ну, убедить я кого хочешь могу. Я применял все свои способности для того, чтобы попасть на концерты, чтобы... Я делал все. Я старался, хоть думаю, ну так, ну вот... Вот он правильно сказал, Саша, этот обонянием, ну, как бы, я не мог даже понять, что это такое, но это определенное, наверное, это не извращение, Юля. Нет, это не извращение. Это любовь. Но я все время, с подсознательно или неподсознательно, но я пытался доказать, что я достоин этой женщины. Угу. Мои творческие победы всех лет я мысленно адресовал в один адрес, туда. Женщине, которая поет. Мне было очень интересно, видит ли она, слышит ли она. Когда понял, что мои творческие победы ее не трогают, не интересуют, как мне казалось, и она их не замечает, я понял, что мне надо любыми путями сделать все, чтобы она меня заметила. Если я понял, что со знаком плюс меня заметить не получается, я решил, значит, надо так довести до белого коленя человека, чтобы это раздражение было со знаком таким минус. Я начал безумно одеваться. Я начал попадаться на глаза в совершенно невероятных каких-то одеждах. Не могу сказать, что мне это не нравилось, да, вот это, все это, весь этот карнавал, который я на себя нацеплял. Но я понял, ну и не замечает она моих побед. Ну, не хочет она видеть, какие я песни пел. Ну, так тогда я так. Эта история про то, что вы как-то даже поссорились, ухитрились, при том, что вы так обожали Аллу Пугачеву, при этом работы с ней ухитрились поссориться, это тоже из-за вот этого знака минус или какие-то другие причины? Это тот период, когда я все ее творчеством добивал, что типа я гениальный певец, а она, ну, она не замечала этого. Я говорю, были родительские встречи очередные. Ну, я, во-первых, жутко ревнивый. Тут еще в это все перемешалось. Я же ее ко всем ревновал. Безумно.
И вот что-то там она готовит встречи и говорит, вы будете петь вот эту песню. Что-то она сидит там в Олимпийском, готовится. Я говорю, а почему я эту песню? А я хотел... У меня была песня, заготовленная ей, такой месседж, послание там, типа, не расстались мы, что-то я хотел такое спеть про любовь, а она мне там другую песню. А я хотел добиться этой песни, потому что я как бы через эту песню, да, я хотел сказать, это песня для тебя, понимаешь? А она другую. Она говорит, если сейчас будете еще что-то возникать, вообще останетесь без песни. Вообще ничего не споете. Я тогда встал и говорю, в таком случае вы меня видите первый и последний раз. И тут она встает. Сидела где-то вот как мы вот так сидим, mm-hmm. ну, наверное, дальше. А я стою в дверях. Тут она встает, подходит. Чем ближе она подходит, тем она становится меньше, а я больше в ее представлении. Как потом оказалось, что она там испытывала ряд каких-то в ее чувствах. Это все там перемешалось, и она ко мне подходит. И высказывает все. Хожу я по лезвию бритвы, терплю поражение в битвах, а ты все качаешь права. Любимая, ты не права. Ну, со мной поссориться было невозможно, я как бы начальница была. Да. То есть я могла только рассердиться. Поражением рада. Погите вон или еще что-нибудь. Но я ни с кем так, честно говоря, грубо не разговаривала, как с ним. Я не знаю, что это было. У меня просто такой был раздражитель. Как будто специально он все делал. То, что мне не нравилось было в человеке. Ну, а вы помните конкретно, что вас тогда раздражало, вот когда произошел этот скандал, и когда он в результате сказал, что, ну, тогда вы меня извините последний раз? Тогда? А он не рассказывал. Ну, просто все пели по одной песне, а Преснякова было две, видите ли. Ага. Ну, вот почему вот у него две, а у меня одна? Ну, естественно, был вопрос, а кто такой вообще, чтобы тут диктовать? Ну, это долго рассказывать. Это все это такая чушь, то, что я могу рассказать вот сейчас, по прошествии лет. Но вас искренне возмутило его поведение? Да, искренне. Ну, а вы обалдели, когда он сказал, что меня увидите здесь вообще в последний раз? Или это было похоже на него уже? Да я и хотела его, чтобы он ушел, и чтобы я его больше не видела. Виноват я, виноват, без суда и следствия. Три года мы не встречались. Вообще. Я не знал, если она участвует в концерте, хотя не приезжал на этот концерт. Мне, конечно, хочется так думать, но, может, это чистая случайность, что когда она узнавала, что я в концерте, она не приезжала в концерт. Если бы мы не расстались, мы бы не встретились потом. Потому что так бы я и не нашел бы в себе сил и мужества сделать то, что я сделал за эти три года. А у нее тогда начался вот это, все начали говорить, что у нее там с Челобановым, и все, вот это все шумная история, вот это. А ваше сердце рвалось. А я еще с моими ревностными вот этими всеми делами. Это только разогревало меня, это только меня. А вы узнавали так же, как она слушает меня, смотрит на меня или нет? Или уже конечно, просто... ну, по мере возможности, конечно, но информация для меня с этого момента стала просто недоступной, потому что вокруг очень много находилось людей, которые делали все, чтобы меня не подпустить к ней. Из окружения угу. ближайшего. Угу. Но я все равно находил. Я все равно находил какие-то... И эти три года копили спортивную злость такую? Нет, спорт и любовь – это вообще несовместимо. Не спортивная, она... Я должен был ей доказать. Я должен был доказать, что именно я достоин быть рядом с ней. И вот эти самые три года для меня в моем творческом начале стали самыми главными. Я очень страдал. И я
уже тогда начиналась какая-то такая звездная жизнь у меня. И вот когда там где-то мы встречались, все-таки мы встретились где-то, а у меня уже свита, у меня уже, в принципе, уже такая... Уже даже меня режиссеры программы ставили в концерте. Вот всегда, если есть Пугачева, всегда она закрывала концерт, всегда. А меня уже ставили перед Пугачевой. То есть уже такой статус приобрелся, уже знаешь, что, ну, Киркоров, это шоу, там все, значит, уже под конец программы. И вот тут у меня началась обратная реакция. Я знаю, что она стоит сейчас за кулисами, и выходит в следующий номер ее, я превращался в школьника. То есть от моей звездной самоуверенности не оставалось и следа. То есть это очень состояние такое, которое я никогда не забуду. А она поддавала этому жару? Она смотрела из-за кулис уничтожающе? Нет. Мне кажется, она смотрела с интересом. Она уже тогда начала приглядываться, мне кажется. Давай помиримся, моя любимая. Давай помиримся, невыносимая. Давай помиримся, и все напрасное уйдет. Давай помиримся, моя далекая. Давай помиримся, моя жестокая. Давай помиримся, и все по-старому пойдет. Я стала как-то... Я видеть другое стала в нем. Я видела, вот кроме всей этой мишуры наносного чего-то, я видела удивительное, конечно, потрясающее отношение к сцене, к своему делу. Потрясающее отношение к женщине, ну просто вот, ко мне, как к любой женщине, как он умел себя вести, вот, ну, какой-то безудержный во всем. Он воспитан так, он воспитан удивительно по-мужски. То есть у него отношение, то, чего не хватает, как мы говорим, там, в мужиках, да, он не мужик. Он мужчина. Вот он относится к женщине как к чему-то божественному, то есть вот к какому-то необъяснимому существу, которого надо чем-то одарить, как-то приласкать, сказать какие-то нежные слова. Если обидится, то он приползти, там же, ну, умеет, конечно. Так что вот если ваша программа называется «Я сама», то есть вот я в своей жизни все делала сама, как бы, и добивалась сама. И женил на себе даже некоторых сама, то впервые в жизни я это делала не сама. Тут завоевывали меня. И причем так целенаправленно. И не верить было невозможно, потому что тут еще и все вокруг говорило об этом. Абсолютно противоречие. Но это же на расстоянии. Вы же его ближе знали только количественным лет. Но все, ну, так же держали себе его... Не, на... ну как, мы же вместе работали. Потом, как держать его подальше от себя? Он все равно подлезет, он все равно будет рядом. То есть где бы я ни была, я всегда видела этот взгляд. Это постоянно. Мы дошли практически до самого интригующего момента. Вот я думаю, давайте такую паузочку растянем перед этим. Как положено, знаете, в сериалах и в фильмах на самом интересном месте, оп, и прерваться. Сейчас мы поступим с вами точно так же. Мы, кстати, любим очень сериалы. Да? Дома очень любят смотреть, особенно «Санта-Барбара». Отлично. Следуя этим традициям, прервемся на самом интересном месте и попьем чайку, тем более, что наши друзья торговой марки «Лисма» предлагают нам свежий и ароматный чай. «Лисма» – чай, впитавший в себя жар солнца, прохладу ручьев, звенящую чистоту горного воздуха с лучших плантаций Индии и Цейлона. Заварите покрепче себе и друзьям чашечку замечательного, бодрящего чая «Лисма». Очень торжественная церемония. Нет, ей положено забрать. Забрать, да? Да. Хороший подносик, а вот такие. Потом тогда. Я понимаю, устоять против такого человека невозможно. Нормально? Подносик, кстати, тоже оставляйте. С
Сахару мало. Помешайте ложечку посильнее. Няла кладет 3 ложечки. Сахарку принести? Да ладно. Не, нормально. Продолжаем разговор. Ну, куда деваться, тоже некуда деваться. Продолжаем разговор. Ну, куда деваться, тоже некуда деваться. А мне нравится, тональность сменилась сейчас. Ну, потому что самое сложное это начало всегда было. Начинать что-то, начать разговор, признание в любви, это самое сложное. Вот к нему и перейдем. Как это случилось? Ой, что-то сердце закололо прямо. Так давно ж было уже. Мышцы. Ноябрьский вечер 93-го года. 22 ноября. Меня Саша Буйнов пригласил на свой концерт на Дворец молодежи. И вроде бы обманывался, что там будет сама. Она. Она. Богиня. Ну, думаю, авось встретимся. Пришел, только пришел, сказали. А вот в ложе была, сейчас она ушла куда-то там другое. Куда-то туда ушла, за кулисы. Только пришел за кулисы, говорит, она пошла обратно в зал. Ну, блин, не судьба-то и все. Ну, а потом, как концерт закончился, Сашу поздравили, у него был замечательный концерт, там, новое шоу. И во Дворце молодежи, там на каком-то этаже, был такой банкет. И вот смотрю, гости, артисты, огромный стол. И вот так на том конце стола, вдалеке так, стоит, разговаривает. Кобзон, по-моему, там, еще какие-то значимые люди, большие, все такое, все очень торжественное. Ну и, а вокруг меня тоже там, дайте автограф, дайте автограф. Я так, типа, должен же показать, что у меня берут автограф-то. И я так это стараюсь, что дать автограф, но чтобы видела она, что я даю автограф, между прочим. Не последнее. Даю автограф, между прочим. Вот. Даю. Не реагирует, ноль эмоций. И я так, та-ля-ля-ля-ля, разговором за разговором, так, передвигаюсь в зону. Эпицентра событий. Взрыва. Да. А уже так начали все расходиться. И смотрю, остались мы. Вот такое ощущение, что и она тоже... Она могла давно уйти. Она, в принципе, никогда не ходит на эти банкеты, не задерживается никогда на них особо долго. Ну, она не любит вообще это все. Подхожу так, подхожу. И говорю, я вас люблю. Что я получил абсолютно ошарашивающий ответ. Любишь, женись, она мне сказала. Звук падающего тела. Я говорю, когда? Она говорит, 13 января. Вы говорите, заметано. Я ничего не сказал. А, причем... И так с искрами в глазах и причем, пошел. Причем стояли какие-то люди, и она так говорит, все слышали? А что, это шутка такая была? Если была бы шутка, я тут не сидел вообще. Но это вот секундное решение, как вам кажется, вот так сказать? Вот вдруг слетело слово. Я думаю, ну, я буду не я, если скажу, что нет, конечно. Я думаю, что это было не шутка. Хотя я тогда сказал одну фразу 13 января, когда у нас состоялась помолвка, я ей сказал, что я сделаю так, что ты меня полюбишь. То есть у меня такое ощущение было, что она меня, может быть, даже не любила вначале. Потому что я не думаю, что если бы человек, может быть, меня любил, то так бы легко согласился на это. Не думаю. Для меня сейчас
Меня заставили просто врасплох, не знаю. Единственная моя, с ветром обрученная, светом озаренная. И, по-моему, после этого случая, после признания в любви, моя, зачем мне тебе? Что можно себе представить Филиппа, когда он как серьезно посмотрел на Аллу, сказал, я вас люблю. И вот как она это восприняла. Я помню, что Алла на него внимательно посмотрела. Очень внимательно. Видно, в этот момент, мне кажется, она что-то решала. Я не придал этому значения. Но это было сказано впервые, очень серьезно. И поэтому, наверное, она в этот момент поняла, что это так и есть. Мне кажется, что в ее взгляде тогда сквозануло все то, о чем, может быть, она всю жизнь мечтала и думала. Как любая женщина, как любая, как девушки мечтают о чем, о принце, как, может быть, и Алла также думала. Ну, поначалу она, мне кажется, относилась и не никак, и сначала не понимала. Но с каждым настойчивым шагом, мне кажется, со знаком внимания, она начинала понимать, что он серьезный очень. То, что над своего задуманного он никогда и не отступит. И вот в этом плане он очень упертый. И плюс у него очень два хороших качества есть. То есть у него есть тонкое чувство нежности, уважения и в то же время настойчивость. И то, что не пересекало одно на другое. Он находил очень тонкие вещи, которые, ну, наверное, каждая женщина мечтает и чувствует. Уметь ухаживать. Уметь ухаживать, быть отвергнутым и опять ухаживать. Что-то выслушать в свой адрес и опять ухаживать. То есть вот, ну, Филипп вот в этом деле, конечно, просто очень тонкий-тонкий человек, который может делать выводы. Я думаю, что никто не строил плана, что это будет точно. И вот когда это пошло и из этой интриги, из-за этого ухаживания, из такой красивой киношной истории, ну, получилось само собой все, вот тогда это и есть что-то какое-то. Бог их свел. Даже в зеркале разбит. Это и доля мистики в этом есть. И доля утопленного куража. У меня было ужасное состояние души. Может быть, это одно из оправданий. Но... Ужасное могло быть состояние души. Как у любой, наверное, женщины в определенном возрасте, я что-то осталась одна. Не то, что это формально одна. Вот я чувствовала себя очень одинокой, что меня не понимает там, самый близкий человек, что все это не так, все это вранье, все это не должно быть так, я не должна так жить. А жизнь идет, годы идут, а я чувствую, что это неправильно. И в рождественскую ночь, ведь именно в рождественскую ночь, да. У меня была одна стена на Тверской, там иконы были. А, уж не при народе будет сказано, я прилично тогда выпила чего-то такого. И я кинулась к этим иконам. Я вот первый раз в жизни об этом говорю, кому-то рассказывала, ну так, чтобы на параде-то говорить. Как услышал, то есть я достаточно грубо разговаривала с иконами. То есть я говорила, что не видишь, что ли, что происходит. Что мне не важно, кто этот человек. Он должен быть рядом со мной. Я должна быть спокойна. Мне не нужны эти тревоги, что вот он может пойти туда, налево, направо. Я устала от этого недоверия. Мужчине, я хочу, чтобы было спокойствие, что я была уверена, что я не одна. Что этот человек будет со мной до конца жизни. Любого дать. Любого, вот водопроводчик он там будет, не знаю, слесарь, плотник, пекарь, министр, президент, мне все равно. Только дай такого, чтобы на моей душе было светло, и я не старела внутри себя вот гадостью всякой, вот, чтобы я могла обозлиться или подурнеть со злыми глазами ходить. Я могу быть полной, худой, но я хочу быть изнутри, излучать свет, женский какой-то свет. Ну, выговорилась, и когда уже вставала с колен, когда меня просто болели, я сказала, вот первый, кто
позвонит, он будет мне всегда другом. Второй, кто позвонит, я ему всегда помогу в чем-нибудь там. Второй будет другом. Третий, кто позвонит, я выйду за него замуж. Ну, при одном условии, если он мне скажет венчаться. То есть вот, если он мне скажет так вот. Ну, естественно, я утром все это забыла. И звонок, и мне говорят, у вас телефон. Я подхожу к телефону, Филипп. Но я забыла про это, честно скажу, у меня в голове нет. Я говорю, что такое, что случилось? Ну вот, родительские встречи уже на следующий день будут, а вы меня даже не приглашаете. Я говорю, почему надо тебя приглашать? Я говорю, что ты меня вообще сбоишь так рано, у меня болит голова. И бросила трубку. Потом думаю, боже мой, я вспомнила, что я же Богу пообещала, перед иконами стояла, что тот, кто первый позвонит, я всегда, навсегда ему помогу и буду стараться, так сказать. Филипп. Думаю, ну ладно. В следующий раз позвонит, тогда, значит, уже. Второй звонок, он звонит. Ну, вы уже успокоились, значит, что такое? Вот я как раз попадаю вот под все эти раздачи пирогов. И вдруг я меняю, значит, тон, я говорю, хорошо, Фильчика, ну хорошо. Давай так вот, позвони мне, ну, давай встретимся, поговорим. Там, думаю, ну, другом так другом, второй звонок, Богу пообещала, значит. Я говорю, он так удивился, он говорит, так я могу завтра? Я говорю, нет, завтра нет, завтра нет. Давай вот... Дружить послезавтра. Да, послезавтра будем дружить, и все. Ну, третьего звонка не было, потом он говорил, что страшно обиделся, что его все равно не пригласили. А 9-го мне звонит и говорит, я хочу вас пригласить в ресторан. Я говорю, хорошо, пойдем, пойдем в ресторан. Какой? Ну, только Филя мог придумать, говорит, у бабушки. Думаю, издевается просто. Издевается надо мной. Я говорю, нет, я не хочу туда, еще с таким названием. Я говорю, так что внучек подумай о чем-нибудь другом, в каком-нибудь ресторане. Потом звонит Валя Юташкин. Вот Линный звонил, он меня замучил. Узнай, какой ресторан хочет. Я говорю, ну какой рядом здесь есть? Якорь давай этот или что тут есть поблизости. Раз уж пообещала, думаю, значит, надо сходить. Ну вот и... А до этого это же была вот эта встреча, где я ему сказала, ну любишь, женись. И забыла про это тоже. Думаю, ну просто шутка и шутка. Он мне цветами задарил. Думаю, вот как раз я встречусь с ним и объясню, что так нельзя. Ну и что он мне первое говорит, когда мы туда приехали, в ресторан? Он говорит, я уже все заказала, венчание в Загорске. Ну, я встала и вышла. И стою. Думаю, ну, что это? Мистика? Не мистика. Долго я думала. Почти что минут 20 в дамском туалете. Значит, никого не подпуская к себе, думаю, что происходит. И вдруг, я не знаю, что я подошла к столу, посмотрела на него и думала, ну вот же этот человек, то есть, в принципе. Которого я отмахиваюсь. Да, он же вот и есть. Он верит, он верный. Уже сколько лет. Значит, и что ты, чего ты, собственно, боишься? Я сказала, хорошо. То, что я очень ощущала, что он впервые вот так любит по-настоящему. Он первый раз так, а я как в последний. Значит, и получалось, что... Почему даже мы когда женились-то, я говорила, я тебя еще не люблю так, как ты меня. Я говорю, ты должен этим довольствоваться. Мне интересно, но я говорю, я не знаю, мне безумно интересно, там я могу хотеть человека, там что-то меня возбуждает, волнует. Все. Но вот слово любовь, я говорю, я очень его боюсь. Оно такое для меня, может быть, не затертое, совершенно другое понятие любви. Когда уже действительно люди дышат одним воздухом и понимают друг друга с полуслова. Я говорю, вот еще этого нет. Но он сказал, что он добьется своего.
добился. Люблю. Очень даже. Это, пожалуй, наверное, переломная встреча была. Ага. И, может быть, если бы не было этой встречи, может быть, 13 января не было бы таким, и, может быть, его вообще бы не было. Может быть, она бы действительно все бы обернула в шутку. Ну, ладно, пошутили, и все. Но с того ноябрьского месяца, с того ноября, ноября по тот самый 13 января, начиная с следующего дня, я носил ей розы, каждый день увеличивая на две. Что же было к январю, можно себе представить? К январю было очень много роз. На эту встречу, вот мы с Валентином приехали, это было на следующий день после Рождества. И Алла пришла, она меня решила напугать. Пришла в каком-то жутком парике, макияж какой-то, такой, очки какие-то. Мадам Брошкина такая. Такая, причем, в культовый персонаж такой. А я не видел. Я даже не обращал внимания. Какой парик, какой сегодня. Я даже не заметил вот этого всего ужаса, что он был на ней. Она решила меня типа в шок вести. Мол, вот какая у тебя будет жена. А? Ну что, испугался? А реакции не было никакой. Я там что-то мы ели каких-то устриц. Она решила меня шокировать. Типа, эти устрицы, они, когда их ешь, они пищат и матом ругаются. Типа так пошел лексикон такой. А я не слышал. Устрица так устрица, ругается, да бог с ней. Ну, все, угу. И зашел что-то разговор о церкви, о венчании. Я говорю, а я подготовился для венчания в Загорске. И вот это я заметил. У нее абсолютно поменялось лицо. У нее абсолютно... Вот она замерла. Носила очки, сказала, я сейчас приду. А для вас это было само собой разумеющимся, что... Нет, для меня это тоже шаг. Я, в принципе, вырос в семье, где вот это вот отношение... Я не могу сказать, что я набожный, или прям хожу в воскресенье каждое на службы. Но чтим и почитаем Господа Бога, свято. И... Поэтому эта тема настолько была... честной, главной, искренней и святой, что я, наверное, так сказал об этом, что мне невозможно было не поверить. Надо прийти. Просто так пойти повенчаться, не знаю. Мне казалось, что это вот то, что мне надо. Я... То, что я не могла прощать, я бы сумела простить. Не предательство какое-то, а то, что я не могла понять, я бы заставила себя понять. То есть быть более снисходительной. И я сумела оценить именно Филиппа, что вот он к этому относится именно так же. Это святое что-то, святое. Все мы не святые какие-то, в грехе повязли, но вот хотя бы что-то, что нас сдерживает и заставляет быть более светлыми, чистыми, разумными, хотя бы в браке. И чистота, да, отношение к жизни абсолютно у нас где-то одинаковое, потому что... При всех скрытых наших пороках, там, не знаю, все, что есть в человеке, все равно вот эта душа, рвущаяся к чему-то святому, чистому, ну вот она заслужила такого приобретения друг в друге. Он нашел это во мне, я нашла это в нем. Это прекрасно, потому что эта жизнь на виду, она заставляет смириться с тем, что все обсуждают нас и
привирают и обливают грязью, и чернят иногда. Но уж если оно есть, то ничто не пристанет. Паршивые, грязные, потные, волосатые, я не знаю, там все это гнусное, циничное. Я так спокойна, что это не задевает нас. Жалко, что не верят все-таки в такую сказку. А это сказка определенная. Хорошая такая. Добрая. Которая случилась в жизни. И каждый, кто не поверит в это, он должен признаться себе в определенной степени цинизма. Угу. Вообще не веря в любовь. Не веря в то, что вообще разница в возрасте, она может как-то сыграть. Ну, может сыграть, но не при этих чувствах. Мне кажется, что если доживу до 90 лет, и буду старая дряхлая старушонка, вот, то еще посмотрим, кто кого. Потому что эта старушонка, это в 90 лет сколько? Это почти 40 лет. Послушайте, ему тоже будет 70. Тоже не мальчик уже. Кто кого возит. И даже и то я уверена, что... Вот он будет стоять рядом, вот на колясочке меня возить, понимаешь? У меня хватит ума отпустить его куда-нибудь на гульбу с молоденькими, если вдруг захочет. И то, я это сейчас говорю для красного словца, потому что вот он другой. Вообще об этом не говорят. Потому что нет слов описать... Как бы вот истинность того, что происходит, вот этот кайф, вот слияние душ, да, вот именно душ. Потому что в жизни есть по-всякому. Здесь вот такое слияние, вот такого, я не увижу, у меня даже нет слов, гармонии, что ли, того и другого, не гонка за чем-то одним. То вот это слово «гармония» — это то, чего мне не хватало. Послушайте, когда случился ваш брак, пресса на самом деле обрушилась с предположениями, что это рекламный трюк. Вы ожидали этого или это вас ударило? Ну, не ударило и не обидело. Как-то... Думаешь, ну, боже, ну, почему так все сразу заземляется, почему так все под этим видится только одно, почему нельзя видеть во всем действительно светлое, хорошее, искреннее. Понимаю, что выбрана профессия, которая, собственно говоря, ты на виду, каждый твой шаг расценивается... И рассматривается под увеличительным стеклом. Естественно, любое событие в твоей жизни имеет много сторон. Тем более брак. Тем более, если ты артист, она певица. Но мы никогда на это не зацикливались. И когда люди к тебе подходят и говорят, дай Бог вам счастья. Какая вы пара, какая, как у вас все, мы так счастливы, мы так рады, что вы любите друг друга. Оно заменяет весь тот негатив и все, что обрушилось и обрушивается, и будет обрушиваться на нашу семью столько лет. Много было разговоров, сплетен, слухов. То есть все как бы, ну, газеты год, хоть чем-то им было надо, ну, заняться, они и писали, и все. И они, ну, молодцы, что они очень-очень точно адаптировались. И вот как бы их круг, кто с ними общался, очень важно, что они у нас сохраняли вот такую точечную ауру, чтобы не мешать. Потому что вмешиваться в личную жизнь, это вообще глупо. И все под Богом. Вот я думаю, то, что вот как у них...
все это шло, потому что спонтанная свадьба оказалась в Санкт-Петербурге. Здесь прошла помолвка. Мы тоже на каких-то выездах, на гастролях, мы только уже тоже из прессы узнаем, потому что они не собирались и это. То есть вот все, были у Филиппа концерты, все непредсказуемо и происходило, и даже и со свадьбой. Они уезжают на гастроли в Израиль, они там решили венчаться. То есть вот как бы это таким снежным комом это постоянно шло. Но главное, что и они похожи в этом. То есть, они, то есть и она такая же, то есть она долго тоже и не думает, она вот готова на ту игру, которая как бы ей нам предложена. То есть она ей не думает, как это будет выглядеть, потому что она также но сохраняет вот это чувство ее непосредственности. Потому что вот как оно идет, так оно идет. И очень важно мог понять то, что это и не было у нас самоцелью, но на самом деле это были искренние чувства. Ну, то есть, потому что многие потом и говорили, что это на день, на два, это на месяц, это так, это сяк, все. То есть очень много было добрых, как в кавычках, языков, и все казалось иначе. Дальнейшие все события после вот этой исторической встречи вашей, женитьба в Петербурге, венчание в Израиле, это все тоже, в общем-то, все случалось мгновенно. Да. Вот так, спонтанно принимались решения? Ну, о том, что мы хотели венчаться, мы решили сразу. И мы не ожидали, что это будет в Иерусалиме и случится в Израиле. Да. Потому что наши друзья находились и такие, которые предлагали. Да это свадьба века, да надо устроить свадьбу в Кремле, венчание там в соборе, когда Красная площадь перекрывать, кареты, шмареты. Мы взмолились, просто говорили, Боже упаси, не дай Бог, никакие кареты, не дай Бог скопление миллиона людей. Иерусалим, храм, только близкие друзья, чтобы никто не знал. А женившись и добившись той мечты, которой была посвящена ваша жизнь, у вас все равно остался стимул доказывать? Теперь и покорять. Уже, теперь он встал, теперь он уже по-другому. Теперь я должен был доказывать не только ей. Теперь стало еще сложнее, потому что надо было... Она любимая женщина всей страны. Ее любит вся страна, ее оберегает вся страна. И очень ревностно к ней относится, поэтому... Мне надо было теперь доказывать, что она не зря выбрала меня, что я достоин ее, и что каждая моя уже теперь творческая победа или творческая неудача – это ее, так скажем, ну, ответственность за меня. Она ответственна стала за меня, я стал ответственен за нее. Вот этот груз, ответственность, который возлег на меня, он, конечно же, удвоился и даже утроился. Поэтому не то, что я продолжал доказывать, я до сих пор это делаю. И, поверьте, совершать только хорошее или попадать только в десятку очень сложно. Ваша жена вами гордится? А так, в глубине души, что вы думаете? Ну, во всяком случае, я делаю все, чтобы она мной гордилась. Стараюсь. Это главное. Я живу и так все делаю для того, чтобы ей было за меня не стыдно. У меня вот какой вопрос. А как вам кажется самому, вот если бы не было этого чувства, вы бы такого огромного, вообще всепоглощающего, потому что история вашей любви, она в какой-то степени уникальна. Вот так... идти через жизнь вот к этой женщине. Вы бы в профессиональном смысле стали тем, кем вы стали сегодня? Понимаете, очень легко стать вот фантиком, понимаете, без самого, это любимая Алина, кстати, выражение тоже, фантик без конфетки. То есть внешне можно было приобрести лоск и там все, но если бы мне не было бы этого стержня, внутреннего самочувствия, внутреннего чувства, которое я культивировал в себе, развивал, и
обращал одной единственной женщине, ничего бы я бы не смог сделать, если бы не было бы этого чувства. Но ведь вы все время ставите перед собой новые задачи, то есть у вас нет этого чувства успокоения, да, вот такого полной релаксации, да, о том, да, что все но хорошо. Но ведь все завоевано, но вот это же как бы... Как? Я обещал этой женщине, что я буду завоевывать ее всю жизнь. Поэтому я это делаю и буду делать. Я вам безумно благодарна за то, что вы были искренни. Мне кажется, что когда мы смотрим фильмы, то так или иначе, мы увлекаемся этой историей, когда мы читаем книги, мы увлекаемся этой историей, они заставляют нас фантазировать, воображать. Но нет ничего притягательнее самой жизни. И жизни, которая дарит надежду другим. Только надо быть таким упертым, каким были вы. Надо очень любить. Просто. И надо очень любить. И я благодарю вас за наш разговор, а предоставим последнее слово все-таки вашей супруге, которая... Как удивительно говорит сегодня о вас спустя 7 лет вашего брака. Я очень много видела нелицеприятного в разных семьях. И мне кажется, что Бог просто услышал мои молитвы и дал мне то, чего я заслужила. Некоторые это могут сказать, вот она чего заслужила, то и получила. А я это говорю с другой интонацией, что я вот именно такое отношение к себе и... Такую семью я заслужила. Не хочу, чтоб ты лишь... Я абсолютно уверена в своем завтрашнем дне. Что я уверена, что пока я жива, он будет рядом со мной. Пока он жив, я буду рядом. Может, очень пафосно звучит, но это так. Вы чувствуете, что даже все, что он делает на сцене, он делает для вас? Да. А это льстит? Или это... Нет, это немножко пугает, потому что, в принципе, вот тут я поработаю. Он готов был все время на сцене говорить о своей любви. Вот тут-то как раз я не хотела, чтобы люди подумали, что это перебор, что вот тут может быть какой-то рекламный. Поэтому я его останавливала, сказала, перестань мне посвящать какие-то песни. И что я услышала в ответ? Именно то, что я хотел бы услышать. Я говорил, я буду говорить. Я посвящал, я буду посвящать. Я любил, я буду любить. И не знаю, пусть это кого угодно раздражает, но я люблю именно так. То есть вот, ну что еще можно? Он такой. Я не знаю, как объяснить это. Это просто какой-то динозавр. Вот мой динозавр. Абсолютно мой. У каждого свой. У меня такой. А это такая не взаимная связь? Он доказывает, а вы только оцениваете? Или вам, у вас тоже есть какие-то свой кураж как-то потрясти его? Да нет, я по-другому. Я такой потребитель уже немножко, да. И мне это безумно нравится. Ну, что я еще буду доказывать? Что? Вообще, пусть спасибо скажет, что я такая шикарная женщина рядом с ним. Пусть. Я с плохим не буду. Вот пусть будет хорошим. Он спасибо говорит? Говорит. 7 лет. Ну, понимаешь, как это объяснить? Ну, для кого-то есть вещи, которые скажут, ну, это смешно. Ну как можно за это-то любить? Ну, подумаешь. Я говорю, завидуешь, потому что у тебя такого нет. Ну, если он уезжает, я сплю, да? Он мне обязательно оставит записку, я их все храню. Ну, а даже эти записки читаешь и... Даже, может быть, если он специально написал, чтобы меня поддержать, да? И за это ему спасибо, потому что эта записка меня поддерживает. Потому что мы не можем даже дня, я уж не говорю про неделю, чтобы не чувствовать присутствие друг друга. Хотя бы даже по телефону. Когда он уезжает, он звонит мне по 10 раз в день. И у меня нет ощущения пустоты, у меня нет ощущения одиночества.
Вот вы представляете, в наше время, чтобы говорили «заботливый муж». Довольно сложное понятие «заботливый», да? Есть, который может обеспечить. Да. Есть, может, который там ужасно придумал любить, тю-тю-тю-тю-тю-тю, и при этом ничего не делать. А тут я постоянно ощущаю заботу о себе. Ну, как это объяснить? У меня никогда в жизни такого не было. Всю жизнь заботилась я. Он вас изменил? Он вас? Вот его присутствие в вашей жизни вас сделал другой? Нет, он меня сделал настоящий. То есть, если у меня были комплексы, к которым я относилась как к комплексам, да, то с ним эти комплексы оказались моим достоинством. Все. Все в другом свете получилось. И поскольку я где-то не Ольга Ларина, а Татьяна Ларина все-таки, начитавшая всяких книг о красивой любви, мне всегда не хватало какого-то романтизма в жизни. И он мне его дал. А вы как оцениваете свои прошлые браки? Как ошибки или как путь? Как великий труд в познании жизни. Ну как? Попытки быть счастливой или осчастливить другого, но не получилось. Не получилось. Потому что по молодости я все-таки смотрела не в суть человека, а не на конфету, а на фантик все-таки. И я не собираюсь там чернить всех тех мужчин, которые были в моей жизни. Каждый из них привнес в мою жизнь, так сказать, подготовил меня к встрече, да, вот с таким НЛО. Лондоколор. Цвета и блеск очарования. Что 8 марта близится, сейчас на нас с вами обрушится просто град подарков. Не все они для вас. Кое-какие для вас вдвоем с Аллой, кое-какие только для нее. Но вы в этом без труда, я думаю, разберетесь. Итак, спонсор нашей программы, косметическая линия «Серебряная роса», преподносит нашему герою свой замечательный подарок для любимой женщины. Набор косметики «Серебряная роса» и поздравляет всех женщин, конечно же, с весенним праздником 8 марта. Будьте всегда красивыми, веселыми и счастливыми. Косметика «Серебряная роса» поможет вам в этом. «Серебряная роса» – великолепный источник молодости, энергии и вечной красоты. Хорошего чая не обходятся ни будни, ни праздники. Спонсор нашей программы – замечательный чай «Лисма» поздравляет женщин с праздником весны. Подарочные наборы чая «Лисма» принесут тепло и уют в ваш дом. «Лисма» – бодрящий чай для всей семьи. Чай «Лисма» – бодрящий чай для всей семьи. А это для того из вас, кто первым решит сменить имидж. Весна – расцвет чувств и красок. Стать еще более желанными в глазах любимых вам помогут новые продукты компании «Лонда», официального спонсора нашей программы. У красивых волос есть имя – «Лонда». В преддверии 8 марта от наших друзей торгового дома «Русимпорт» вручается подарок – безалкогольное вино от самого Петера Меркеса, чьи напитки считаются во всем мире напитками нежности и любви, напитками для влюбленных. Петер Меркес – великолепный подарок любимой женщине. И, наконец, я хочу обратить внимание наших зрительниц на журнал «Любимец». Это лучшее издание для всей семьи. Если вы подписались на «Любимец», можете быть уверены, ваш ребенок вырастет хорошим человеком. Нашему герою вручается подписка на журнал «Любимец». Журнал «Любимец». Животные в мире людей.
Конечно, женщины, сидящие в нашей сегодняшней студии, тоже не будут в этот день обделены подарками. От нашей программы это цветы. И еще специально к 8 марта жилет для женщин дарит всем зрительницам нашей студии великолепный подарок. Жилет для женщин Винус. Бритвенная система с тройным лезвием. С Винус ты будешь ощущать себя богиней каждый день, потому что твоя кожа будет божественно гладкой и нежной. Винус, почувствуй себя богиней. После такого града подарков вроде бы можно было бы уже и сказать и все, и до свидания, и расстаться. Но вы же сами понимаете, что зрительницу не отпустят. И зрительницу телевизор будут разочарованы. Все-таки главный подарок для нас — это ваши песни. И хотя мы знаем, что каждую свою песню вы посвящаете своей любимой женщине, я думаю, после этой удивительной романтической истории, ну, хотя бы накануне 8 марта, каждой женщине будет приятно закрыть глаза и подумать, что когда-нибудь кто-нибудь и посвятит такое же. Женщинам все песни мои о любви найти. Я петь и любить обещаю ту свою, так сказать, половину или четвертинку, которой ей не хватает. То есть когда ваши недостатки вдруг у мужчины становятся вашими достоинствами, это не значит, что он ослеп, а это значит, что он любит. Счастье в личной жизни. Я такая сегодня вся жена Киркорова, блестящая.